Второй пик половодья проходит через Нижегородский гидроузел. Нижегородская гидроэлектростанция увеличила расходы воды. Открыты 2 из 12 пролетов водосливной плотины станции. Данная мера обусловлена необходимостью соблюдения режима работы с поддержанием уровня водохранилища в пределах отметок 83,6 и 84 метра. Режим установлен Федеральным агентством водных ресурсов. Повторный пик половодья с резким ростом приточности к створу Нижегородской ГЭС вызвали осадки и сильное потепление в бассейнах водохранилищ Верхней Волги. 3 мая 2017 года среднесуточный суммарный расход через гидроузел составляет более 5000 кубических метров в секунду. Полный приток воды на участке реки Волги от Рыбинска до Городца 3 мая 2017 года составил почти 5500 кубических метров в секунду. Первый пик половодья в бассейне Горьковского водохранилища пришелся на 16 апреля 2017 года. В этот день боковая приточность достигла максимального значения 3500 кубических метров в секунду. Затем наблюдался спад до 1650 кубических метров в секунду. Заданный рост вод ресурсами гидрологический режим водохранилища выполняется. Сегодняшний объем холостых сбросов в Нижний Бьев Нижегородской ГЭС составляет около 3% от допустимого проектом гидроузла. Информация о снижении расходов через гидроузел будет сообщаться по мере изменения гидрологической ситуации.